эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 апреля 2017 года, вторник, по одному из старинных, седьмой день месяца пассива и наречения, 7525-го лета, пятница. Тема живого эфира у нас будет такая: карма-коррекция или как создать хорошую карму. Тема серьезная, потому тот, кто будет ее докладывать, автор-сказитель, тоже человек серьезный, Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброздравия всем слушателям и представителям славянского радио. Очень приятно всех послышать, слушать. Надеюсь, доклад и тему, которую я сегодня расскажу, она будет полезна всем. И самое главное, она актуальна вообще во все время, особенно в последнее время, после окончания, как говорится, ночи сварога, начала утра, дня сварога. Поэтому эта тема как-никак горячая и живая. Вот. Хорошо. Сразу предупрежу, что сегодня растягивать эфир мы не будем, где-то примерно на час 20 ориентируйтесь, поэтому вопросы будем принимать только по теме и реплики только по теме. Никаких в сторону уходящих задавать вопросов и реплик мы сегодня в эфире не будем, Александру. Итак, давай сразу начнем. Карма. Что это такое, на твой взгляд? Буквально два слова, чтобы напомнить или понять, о чем, что ты имеешь в виду под этим словом. И карма-коррекция. Ну, что такое хорошее, расшифровывать не будем, понятно. А вот карма и карма-коррекция, давай расшифруем и уже переходи к докладу. Да, отлично. Ну, то есть, во-первых, я хочу затронуть понятие карма и карна, как у нас древние предки называли карна, и мы потом это все разберем. Вообще, что такое карма? Это закон причинно-следственной связи, события и закона эволюции. То есть основной закон кармы, от которого отталкивается само понятие, это не только наши действия в материальном, а также мысли, реализованные и нереализованные, проявляются. И это означает взаимодействие между мышлением одного и другого, взаимодействием сущностей, событий. Поэтому карма создается мышлением, и то, о чем мы увлечено думаем, мы уже создаем причины, которые в течение времени проявляются в мире Земли. И так наша мысль оставляет отпечатки на пластинных хрониках Акаши, там, в тонком материальном плане, образуя мыслеформы. То есть, таким образом у нас получается понятие, если мы взаимодействуем, мы создаем закон причинно-следственной связи. Кому-то мы дали что-то, кто-то принял, и, соответственно, кто-то нам должен. И бывает такое, я это воспринимаю как энергетические контракты, можно и так сказать. То есть на тонком плане видящие люди, эзотерики, видят это как такие сгустки белой материи на тонком плане, если просматривать, это там где-то на уровне казуального тела, как говорится. Вот. И наш закон кармы, он гласит, настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Это надо понять. И причина-то, которая появляется, чтобы появилось следствие созданных причин в нужное время, вот, допустим, в данный час, часто причина порождается в одном воплощении, что в принципе логично, это наша текущая карма. Мы что-то хорошего наделали или плохого наделали, и разворачивается следствие спустя нескольких лет, следствие наших деяний. Если мы бездельничали, сидели дома, ничего не делали, как карма, потом у нас ни работы нету, и потом проблемы, нас все говорят, иди работай, или там денег не будет, или квартплата повысится, ну, в общем, как обычно. Или вследствие следующей жизни мы должны были научиться в этой жизни текущих каких-то навыков очень важных, а мы сидели, бездельничали, потом в следующей жизни, там нам, образно говоря, надо было мост построить, в этой жизни мы должны инжиниринг закончить, институт научиться, а в следующей жизни мы не научились этих специальных навыков, у нас смекалка не сработала, мост не построили, и там что-то произошло плохое. То есть каждая душа по закону кармы должна испытать на себе следствие созданных ею причины. Поэтому она странствует по коридору кармы из воплощения в воплощение, пока ее собственные усилия, направленные к добру и к свету, не положат конец причинно-следственной цепочке событий судьбы. Сразу говорю, вот в нашей жизни вот реинкарнационная карма – это память и следствие деяний, совершенных в прошлом. Если мы не можем избежать первовоплощенные, то следствие понять, что в нашей жизни мы готовим себе следующее воплощение. И эта жизнь есть следующее перевоплощение. Чтобы понять это простым языком, почему это
хотелось бы, чтобы каждый слушатель понимал. Вот особенно у нас было огромное количество войн в темное время, и особенно вот последняя, Вторая мировая война, где создано очень много негативной кармы, причем как с одной, так и с другой стороны. Неважно, кто защищал родину, что с одной стороны проклинали все рода и всех родственников, так и с другой стороны. Представляете, сколько мы негативной кармы насоздавали. И как вариант, как аспект, который хотелось бы, вот то, с чего начать, такой первый промежуток, давайте просто сами про себя, вот простую такую аффирмацию скажем, чтобы хотя бы первый слой счистить. То есть, скажем, я прощаю себя во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого обидел я или обидела я во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого могла или мог обидеть я во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прощаю всех тех, кто обидел меня во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу все части моей души воссоединиться со мной. То есть такая вот аффирмация поможет нам, грубо говоря, просто внутренне очиститься. Желательно ее повторять 144 раза или 21 день подряд. Ну или если одно искреннее намерение чистого сердца, оно поможет. В том числе любые молитвы, любые медитации помогают продвинуться в вопросе познания кармы. То есть какая у нас есть карма? То есть она в принципе подразделяется. У нас есть родовая карма, это деяние наших предков, записанное в ДНК, и отсюда у нас появляется разделение карма, индийское направление, и карна, богиня карна, так называемая. То есть карна, как и по буквице древней сказано, это то, что было известно нашим предкам. Поэтому разница в том, что в восточном направлении слово карма, оно подразумевается только мышлением, а на самом деле у наших предков карма подразумевалась только не только мышлением, это еще было известно причина уже у наших предков. То есть надо же глубинно копать проблему этого аспекта. Вторая карма у нас, ну, кстати, вот в большинстве случаев родовая карма многих захлестывает, и я настоятельно рекомендую сделать такую вещь. Почему-то многие не наблюдают, вот я работаю каждый день с людьми, и многие, если не используют какие-то техники, просто забывают о том, что они ведут, копируют поведение своих родителей. По одной простой причине, что у них генокод родителей. И если личность не самоидентифицировалась, как у нас в древности наши предки воспитывали детей, и формирование характера, раскрытие его потенциала с 8 до 12 лет, после которого ребенок выбирал свой жизненный путь, то если этого не произошло, ну, по какой-то причине, либо мать не занималась, либо отец не занимался, либо родители были в разводе, то таким образом у нас проявляется замещение поведений наших родителей, и мы копируем их поведение. И отсюда потом, когда вы говорите или в течение дня события какие-то происходят, вы просто-напросто чувствуете себя, ну, когда вы отвечаете, ведете себя, какое-то давление, ну там через силу вы отвечаете, или через силу делаете, или вам неприятно, в диалоге вам спросили что-то, или у вас произошел какой-то конфликтная ситуация или скандал, и вы как-то так отвечаете. Это не вы на самом деле отвечаете. Обычно это генетическая обусловленность ваших родителей. То есть это карма родовая предков, они так себя вели, и они через генетический материал, который у вас в крови двигается, он начинает повторять. Поэтому один из таких самых простейших моментов, которые вы можете просто остановиться, сами себе и скажите, это не я говорю, потому что я как человек, как здравомыслящее существо, которое несет любовь, радость, счастье и позитив, не может гневаться, не может злиться, не может создавать негатив, ну кроме астральных паразитов, о которых мы говорили в предыдущих программах, то вы скажите, это не я, это не мать или это не отец, кто вас ввел в себя. Возможно, вы этого не знаете, кто именно эту программу повесил родовую. Просто говорите, это не я. Закройте глаза, сделайте вдох-выдох. Просто расслабьтесь и подумайте, а как бы вы на самом деле действительно ответили на этот вопрос. Потому что тот ответ, который вы должны донести, он будет искренним, он будет от сердца, он будет с любовью. Вам будет приятно говорить и вносить людям то, что вы несете. Поэтому, это что касается кармы предков, настоятельно рекомендую всем работать с кармой, помолиться за род родовыми молитвами, их очень много, есть универсальные молитвы,
Ну, желательно, как бы, не привязываясь никакой религии, то хотя вы тоже можете и привязываться к какой-то религии, если хотите. Но если вы прочитываете 40 дней с молитвами о снятии родового проклятия, просветлению роду, славлению роду, то эти молитвы помогают очистить эти энергоинформационные программы от 7 поколений до 12, которые там внутри на нас влияют, каждый день влияют по поведению. Мы сейчас не будем тут сильно углубляться, но просто скажу, что если вы почистите, возможно, вы представляете, в роду были войны, и Вторая мировая, и голод, и там кто-то, возможно, алкоголь, наркомания, или, ну, какие-то там процессы, агрессия, злость, ненависть, и они на вас косвенно влияют. Возможно, кто-то делал аборты, и многие люди, которые прочитывают, промаливают карму рода, после этого у них те, которые не могли забеременеть, забеременеют. То есть это очень, на самом деле, важный аспект, который нужно и необходимо сделать. Это просто, но один момент, потом я еще дальше расскажу, какие аспекты можно еще сделать. Второе – это реинкарнационная карма, ну тут понятно, или по-другому история нашей души, наши поступки в прошлой жизни. То есть бывает такое, что мы и людей встречаем в прошлой жизни, то есть мы не понимаем, откуда эти люди берутся, просто взяли, пришли, они повлияли на нашу жизнь, мы уже делаем какие-то выводы, действия, взаимодействуем как-то с ними. И тут надо просто понимать, и там любили-любилась пара, а потом бац, разошлась, и уже они друг друга ненавидят, и уже непонятно почему. А изначально надо было понимать, как отношения строились, почему, как происходили вспышки, на каких духовных ли уровнях формировались или на каких-то только уровнях животных инстинктов. Поэтому это надо тоже мониторить и понимать. Те, кто отмаливал карму индивидуальную, тоже через молитву, медитации. Есть еще такое понятие, как аскезы. То есть вы можете брать любую аскезу в течение 40 дней, говорить установку, там, я буду 40 дней прорабатывать свой, ну, к примеру, страх. У вас непонятно страх, боясь воды, а может вы в прошлой жизни утонули или там наоборот топили людей. И вы таким образом прорабатываете 40 дней, и у вас будет осознание, возможно, во снах будет осознание. То есть что это могут быть за аскезы? Кто-то может голодать, кто-то может там в тренажерный зал ходить, то есть какие-то благостные дела, или помогать там кормить птиц, голубей, можно помогать там бездомным, домашним животным, что угодно. То есть и таким образом у вас хватит энергии, потенциала для того, чтобы потом вы пришли и у вас, ну, хватило сил, и вам род на тонком материальном плане пришел и помог проработать тот или иной страх, или разобраться, или сделать расстановку, перезапись того или иного события. Карма настоящего. Ну тут я уже затронул, то есть то, что есть, то, что мы называем сейчас, наше прошлое с момента зачатия до сегодняшнего дня. То есть если мы, как я уже говорил, наше взаимодействие с пространством, оно повлияет на нас. То есть что посеешь, то и пожнешь. Ходили, учились, занимались, и потом, как следствие, вы имеете квалификационный опыт, навыки, знания. А если вы ничего не делали, бездельничали, ну, есть, конечно, вариант кармы, я это всегда привожу пример, можно пойти по принципу русских сказок, тоже, в которых есть ведическая мудрость. Можно, как Иван Дурак на печи, он 30 лет и 3 года сидел на печи, на самом деле он сидел, медитировал, накапливал, и потом кинетическая энергия пришла в потенциальную, и потом печка поехала, и полцарства, царевна, ну и, как говорится, как все в сказке. Но это надо долго медитировать. А лучше понимать, что карма в наше время, она делает следующее. То есть у нас есть границы кармы, которые между собой каждый день мы принимаем огромное количество решений. И таким образом мы формируем нашу судьбу. И в течение времени у нас проходит наша жизнь качественно. Если мы проходим благостно, мы выполняем, помогаем обществу, не создаем никаких долговых контрактов, как и финансовых, так и энергетических. А что это может быть? Слово, мы кому-то пообещали, а я тебе перезвоню. А там человек сидит, надеется, ждет, на тонком материальном плане уже создалось событие, которое должно произойти. А мы уже пошли и забыли об этом. Таким образом, мы оставили там свою энергию в прошлом и создали негативную карму. Потом раз создали, два создали, и потом нас пространство туда возвращает, как день сурка, если кто-то смотрел. И рано или поздно мы должны выполнить. Поэтому я настоятельно рекомендую карму настоящего не обещайте слова и обещания, не кидайте на ветер. Лучше, если пообещали что-то, то выполните, либо не обещайте вообще. То есть делайте, отслеживайте свои слова, действия, поступки. И отсюда формируется у нас судьба.
То есть, если так подытожить, у нас есть, очень важно, есть родовая карма, которая формирует задачи рода, задачи семьи, кармические ошибки предков. У нас есть карма отношений, то есть это кто вам кармически должен, кармический брак, кармические отношения и кому вы должны кармически. Прошлое воплощение, там вы уже могли не раскрыть или раскрыть таланты, способности, потому что карма может быть как негативная, так и позитивная. Кто-то, может, в прошлой жизни наработал, там, намолил или там, наделал добрых дел хороших, или спас кучу народу, и он может иметь сейчас хорошие задатки или способности, или в благостной семье, или в хорошем воспитании, ну, то есть там тому подобное. Или, к примеру, хороший потенциал здоровья. Карму наработали хорошую в прошлой жизни, и вы здоровые, вы там вообще ничем не болеете. Или наоборот, болеете постоянно, отрабатываете, сжигаете, переживаете эту карму. Или потенциал богатства, наработанный опыт души, возраст души и допущенные ошибки. Ну и в текущем воплощении, то, что люди обычно забывают и не понимают космические законы Вселенной, о которых мы говорили в предыдущих лекциях, эфирах. То есть это на нас влияет имя, фамилия, на нас влияет, то есть если нас в течение жизни назвали в честь дедушки или там бабушки, или кого-то мы назвали, то мы можем переживать жизнь этого человека, частично на нас накладываться, и даже программы смерти на нас тоже могут влиять. И поэтому нужно 10 раз подумать перед тем, как назвать кого-то в честь родственника. Уровень развития души, характер индивидуальности, то есть если мы в течение жизни не развиваемся, не развиваем потенциал личности, не развиваем таланты, свои способности или наоборот нарабатываем кармические болезни, то они же потом передаются нашим детям, внукам, правнукам и так далее. Поэтому жизнь начинается сейчас, то есть совместное участие с Творцом в данный час. И поэтому нужно это понимать и нести за это ответственность. Ну и самое важное, или точнее одно из таких главнейших аспектов, это мгновенная карма. То есть если мы нарушаем космические законы абсолюта, то автоматически мы попадаем, и высшие силы начинают реагировать. Сейчас, вот особенно во время, так говорится, квантового перехода, сейчас все мысли материализируются очень быстро. Если раньше надо было ждать проявления кармы очень долго, то сейчас только мы сказали, то уже происходят какие-то те или иные события. Поэтому в данном случае, если сможешь простить себя, карма просто исчезнет. То есть я рекомендую, начните прощать себя, напишите письма невысказанности на друзей, на знакомых, на бабушек, на дедушек, на коллег, на правительство, на народ, там, на кого угодно. Напишите, особенно на маму и на папу. Попросите прощения и простите их. Можете эти письма потом сжечь. То есть, и тогда вы отсоединитесь от этого энергоинформационного гнета. Не говоря уже о том, что это психосоматика, от которого потом вы будете болеть, у вас будут там органы болеть, и запускаться процессы, и кислотность понижаться будет, повышаться будет, и много будет всяких неприятных для вас ситуаций. Поэтому в данном случае нужно понять, что один из аспектов наработки хорошей кармы – это о чем вы думаете, то и чувствуете. Что вы чувствуете, то и излучаете. Что излучаете, то и получаете. Думаете о плохом – будет плохое. Думаете о хорошем – будет хорошее. То есть оно закономерно. И вот в данном случае карма – это результат существования определенных причин, войдя в нашу жизнь вместе с восточной философией, как мы уже говорили. Закон причинно-следственной связи занял место в лексике. Ну, так получилось, как вот карма с санскрита – это означает действие. Ну и многие называют карму законом причинности. То у нас, у предков, был понятие кон. Он носил звание кон карны. В чем разница? То есть я уже говорил, разница в одной букве, то есть это между мышлением, а у нас это было понятие разности предков. Так вот, самое главное, что хотелось бы донести, мы работаем ежедневно с голограммной памятью ДНК, в которой непосредственно и заложена наша судьба, в которой заложена судьба не только этого воплощения, а и будущих воплощений и поколений в целом. Поэтому в данном случае вот эту родовую память, с которой мы работаем, это многомерная ответственность. И ваша задача, если вы пришли и мало того слушаете эту лекцию, и вас она срезонировала, и высшие силы, и по неслучайности дали вам эту информацию, то значит у вас есть силы, потенциал, начать рисовать родовое древо, сверху вы, слева мама, справа папа, рисуйте до седьмого колена, начинаете прорабатывать род, или начинаете разбираться со своими земными кармическими задачами, которые вы наделали.
и так далее, отрабатывайте максимально. Я знаю людей, которые отмолили, отработали, начали делать хорошие дела, и у них за год кардинально поменялась жизнь, и достаток, и личная жизнь, и дети появились. То есть это как следствие хорошей кармы. И чтобы это понять, и понять, как оно все работает, есть определенные законы, по которым это все работает и будет работать. Если правильно вообще понимать эти законы, то автоматически можно создавать хорошую карму, а не создавать негативную. То есть великий закон, что посеешь, то и пожнешь. То есть это самое важное, закон причинно-следственной связи. И то, что мы отправляем в Вселенную, немедленно к нам вернется. Если мы что-то хотим, счастье, мир, любовь, дружба, то мы должны быть счастливыми, спокойными, любить, быть любимыми, настоящими. А не думать, ой, там все плохо, когда же там все поменяется. Да никогда. Потому что мы об этом не думаем, мы не визуализируем, и мы не представляем успешных, хороших, там, хорошие дороги, хороших чиновников, хорошую нацию, хорошие продукты, хороших людей улыбающихся и так далее. Ну и в том числе начинаем мы с себя, с малого. То есть и отсюда выпрекает такой закон создания. Это очень важный закон. Закон жизнь возникла не сейчас, она требует нашего участия. Мы едины со Вселенной как внутри, так и снаружи. Все, что нас окружает, дает нам как ключи нашего внутреннего состояния. И самое важное, чтобы вот хотелось в этом всем донести, нужно быть самим собой и окружать себя теми, чьи присутствие рядом мы желаем. То есть если мы будем желать чего-то плохого, то и вокруг нас будет плохое. Это как отражение. Мир — это и есть отражение нас. Поэтому нужно постоянно создавать. Если мы не создаем ничего в пространстве, то, как уже следствие, мы начинаем деградировать и разрушать, создает то бишь негативную карму. И есть следующий закон, закон смирения. То, что мы отказываемся принять, будет для нас продолжаться. То есть, и оно будет повторяться. Если мы в ком-то видим врага или какая-то черта характера, которую мы находим, кажется нам отрицательной, то это значит, что мы сами не ориентированы на более высокий уровень существования. Мы судим, а он плохой, она плохая. То есть даже в детстве было такое выражение, у кого что болит, тот о том и говорит. То есть изначально нужно на этом подумать, понять, смириться и подумать, почему мне это задевает, значит, во мне это есть, значит, я несовершенен. Значит, нужно начать изменять себя, изменять свое мышление, изменять. Тогда вы уже начинаете нарабатывать положительную карму. Отсюда, как следствие, идет тоже закон роста. Куда бы вы ни пошли, там вы и находитесь. Для вас самое важное, чтобы расти в духе, это означает, что мы сами должны изменяться, а не люди, места или еще какие-то. Единственное, что мы имеем, это точка нашего восприятия к пространству и вообще. И мы должны иметь контроль. Не надо никого судить, потому что мы понимаем, что для того, чтобы вырасти, нужно проанализировать, почему тот или иной человек как это сделал. А если бы мы были на его месте и прошли то воспитание, школу, институт, окружение, родных, близких, то, может, мы и тоже так же реагировали, как он или она. То есть мы понимаем, что когда мы изменяем кого-то или чего-то в нашем сердце, то наша жизнь последует их примеру и изменится тоже. То есть вначале мы меняем отношение к родным, близким, как мы к ним относимся, а потом уже и они будут тоже взаимно менять. Только не надо ждать, что вот вы поменяли, и все сразу поменяется, потому что у нас есть закон смирения. И отсюда у нас следствие, есть следующий закон, закон ответственности. Всякий раз, когда что-то не так в нашей жизни, то это означает, что что-то не так в вас. И нужно нести ответственность. То есть мы зеркало того, что нас окружает. И то, что нас окружает, зеркалирует и отражает нас. Это универсальная истина. Мы должны взять на себя ответственность за все, что происходит в нашей жизни. Если у вас в доме бардак, на столе рабочем бардак, то и в вашей жизни внутри тоже бардак. Не надо говорить или кого-то обвинять. Значит, вы допустили это. Начинайте уборку, начинайте выкидывать ненужные вещи, ненужные контакты с мобильного телефона. Удаляйте общение с энергетическими паразитами, людьми, которые вас деградируют, вредные привычки. И только потом уже несите ответственность, почему так в пространстве, или почему вы болеете, или почему вы будете, конечно же, кого угодно обвинять. Только не самого себя. То есть нужно нести ответственность за свои слова, действия и поступки. Или там, говорит, о, у меня там жена или муж плохой. Ну так а что вы сделали для того? Вы занимались, вы обучали, вы помогали работать страхи, или родовые страхи, или генетические страхи, или страхи с прошлых жизней. Возможно, там у кого-то какие-то проблемы поднакопились. То есть эти вещи надо понимать. И отсюда появляется закон связи.
То есть даже если что-то, что мы делаем, кажется нам несущественным, очень важно делать это, так как все во Вселенной взаимосвязано. При этом, ну, это логично, каждый шаг проводит к следующему шагу и так далее. И вот если мы это понимаем, ну, как следствие, кто-то должен сделать первоначальную работу, и в какой-то момент вы вообще останавливаетесь, и понимаете, не первый шаг и не последний не могут быть более важны. Самый важный момент, который прошлое, будущее, настоящее, происходит сейчас. Как вот мы можем такую, знаете, маленькую магию сделать. Кто-то хочет, может попробовать. Кто-то не хочет, может не попробовать. Как работает сила мысли? Вы можете взять, посмотреть сейчас на свою правую руку, выбрать любую линию жизни. А вы вообще можете любую линию, но желательно можете линию жизни. Взять, посмотреть на нее, закрыть ладошечку. И мысленно вспомнить какую-то жизненную ситуацию, которая у вас была в прошлом, негативная. То есть любую жизненную ситуацию. Если вы сейчас вспомните какую-то важную жизненную ситуацию, представьте себе, что этой ситуации не было. Вот не было негатива, был позитив. Вместо негативной была позитивная ситуация. И вот вы просто-напросто удалили негативную ситуацию, заменили позитивной. Поверили, то, что вот действительно, да, я там, мне наоборот все было хорошо. Если вы сделали все правильно, открывайте ладошку, и у вас там линия станет длиннее, короче, шире и так далее. То есть силой мысли мы меняем линии на руке. И не только. Мы можем на самом деле и в прошлое вернуться и покопаться, посмотреть, как у нас там мы поступили на самом деле, так как мы ответили или нет. Но только у нас нет потенциала, машины времени, как говорится, чтобы пойти посмотреть, как оно было. Поэтому сила нашего мозга, сила нашего намерения меняет наше восприятие к миру, а соответственно и поведение. И дальше уже, если вы переписываете и делаете перезапись ваших поведений, обид, негативных ситуаций с прошлого, и об этом и психологи советуют, и не только энергетики, практики, эзотерики. Делайте перепросмотр своей жизни, прощайте свое поведение в прошлом, делайте, признайте себя то, что вы являетесь целостным. Состояние здесь и сейчас, чтобы вы никому не имели долгов энергетических, которые вас будут тормозить в вашем настоящем. И отсюда вытекает закон сосредоточения. Мы не можем думать о двух вещах одновременно. Когда наше внимание сосредоточено на духовных ценностях, невозможно, чтобы вас посещали более низкие мысли и состояния, такие как жадность или гнев. То есть если мы сосредоточены на развитии, на духовности, вокруг вас будут духовные люди, окружающие, или там правильное питание, вегетарианцы или сыроеды. А если вы будете сосредоточены на деньги, то вокруг вас будут люди, которые будут точно так же думать и создавать причины следственной связи. И отсюда у нас появляется закон благодарения и гостеприимства. Если мы не считаем что-то правдой, то когда-то в нашей жизни мы будем признаны или продемонстрировать, что это так. То есть вот где мы должны продемонстрировать наше утверждение о знании в нашей действительности. Банально, нужно просто благодарить за все. Потому что если мы не будем благодарить там маршрутчика, таксиста за то, что он нас там довез успешно, вы попадете в следующую маршрутку, которая вас будет трясти, ломаться, вы будете стоять в пробках, или пространство заставит вас ценить это. Если вы не будете благодарить за работу, вас эту работу отберут, или вас придет начальник, который вас будет так сильно достать, что вы уже будете не рады этому. Либо вы благодарны пространству, и вы благодарность, то есть благо, которая идет, и тонкоматериально эта энергия накапливается, потом проявится в мире в виде денег, в виде эмоций, в виде еще каких-то событий. Если этого не происходит, то просто-напросто вас научат пространство через противоположность это делать. И когда вы это благо даете, вы говорите «благо принимаю», вы накапливаете благо, и оно в множество пространств и потом состорится и вам проявится. И, конечно же, закон здесь и сейчас, то есть это оглядывание назад, чтобы анализировать что-то, что прошло, не позволяет нам быть полностью здесь и сейчас. Старые мысли, старые модели поведения, старые мечты, они, в принципе, не позволяют нам овладевать чем-то новым, и они тоже создают негативную карму. То есть нужно понять, что все есть опыт, и нету хорошего, ни плохого, когда-то было по одному, как говорится, вчера были раки большие, но по 5, сегодня маленькие, но по 3. Поэтому, когда мы это понимаем, мы понимаем, что самый единственный момент для того, чтобы трансформироваться,
Это закон изменения. История повторяется, пока мы не извлечем из нее уроки, которые изменяют наш путь. Чем быстрее мы понимаем урок, любая ситуация, любая проблема, любая конфликтная или трудность, которая в жизни, нужно понимать, что она нас чему-то учит. Быть там мудрее, или вы заболели, значит, нужно больше позаниматься своим здоровьем, физическим питанием, водой, мышлением. Если у вас проблемы в отношениях, то нужно думать, какой фундамент у этих отношений, на чем они строятся, куда они идут. Ну, то есть понимаете эти все основные уроки. Отсюда вытекает закон терпения и вознаграждения. Все награды требуют первоначального труда. И отсюда, понятное дело, если мы не посадили зернышко, не начали его поливать, не вложили туда энергию, ничего не произойдет. То есть ценность в том, что истинная радость происходит тогда, когда мы делаем то, что мы предполагали сделать, и ожидаемое вознаграждение приходит в свое время. То есть вообще сам процесс это и есть вознаграждение, не только когда там. Если мы хотим сейчас насладиться, берем яблоко и кушаем. А если мы понимаем через закон терпения, мы садим зернышко, мы понимаем, что оно еще сразу не прорастет, а может вообще не прорастет, то мы любовь посылаем, проращивается оно, проращивается. И даже не через год вы будете яблоки есть, может через два, через три, но это яблоня вам будет давать вам еще 50 лет, а может и детям, и внукам, и так далее. Поэтому отсюда появляется закон значения и вдохновения. То есть мы получаем обратно вот чего-то, все, что мы вложили в него. То есть истинная ценность в нашей жизни, что-то является прямым результатом энергии и намерения, которое вложено. То есть каждый человек вот лично имеет вклад, является вкладом всего, что у него есть. И вот то, что вы вложили, сделано с любовью, спонтанно вдохновляет жизнь и вдохновляет все, что есть. То есть если вы будете радоваться и создавать классное благо, то вокруг вас будут люди говорить: блин, молодец, какой же ты хороший, какие ты хорошие вещи делаешь, дай тебе Бог здоровья, ну или что-то в этом роде. То есть какая разница, но вы понимать будете, что пространство будет создавать и вдохновлять вас же благодаря вашей же работе и трудностям, которые вы проходите, они проходят через так называемый есть сосуд кармы. То есть есть у нас земные ценности, которые наполняют невыполненные задачи, неосознанные негативные поступки, ошибочные убеждения, тяжелые болезни, блокировка целей, уровень наращивания проблем, уровень комфорта жизни. Вот это все у нас нагнетает нашу карму и формирует негатив. Там. И это туда же и деньги, физическое тело, семья, образ жизни. И оно накладывается на наших тонких телах, там, физическое, эфирное, астральное, ментальное там, и так далее. Если же мы проходим и проводим осознанные поступки, положительные качества, выполняем кармические задания и сторонне развиваемся, то тогда мы вот этот вот сосуд кармы, мы трансформируем эту энергию, и она преобразовывается. И таким образом нам не надо уже переживать за это. У нас ошибочные убеждения трансформируются. Что же делать? Самое первое, что мы должны, необходимо убрать причины, породившие подобную проблему в прошлых жизнях, ну или там настоящие, каким образом убирается фактор. То есть это делается по-разному, либо в регрессии, либо просто вы задаете пространству, что я делаю не так, дай мне знак. И вам через книгу, через людей, через события вам будут показывать, куда вам нужно двигать или на что обратить внимание. То есть запускающие проблему на уровне кармически-энергетического тела. То есть проблема уже перестает отнимать у человека столько энергии, как раньше. Человек перестает нервничать, думать о проблеме и сможет с легкостью с ней разобраться. Во-вторых, желательно также проследить похожие ситуации у предков. То есть если у вас есть у родных какие-то болезни с почками, там, или кто-то умирает от чего-то, или еще что-то такое, особенно если вы будете рисовать генограмму, а не генеалогическое дерево, в которое будете писать там, дата рождения, дата смерти, кто кем был. То есть убрать энергетические факторы, по причине которых они неправильно поступили для возникновения проблем. Попросить у родового потока благословения на правильное с точки зрения самого человека в настоящем решение задачи. И можете почувствовать эту родовую мощь, толчок. Но опять же говорю, это можно делать через молитвы, можете кидать требы, ходить на всевозможные праздники, взаимодействовать, и вы тогда проработаете. То есть если у вас там бедность, то вам надо создать элементарно, убрать эту установку в роду, убрать там обеты там, безбрачия или бедность, или кто-то там с нахановцами был,
и не было до этого времени, и вообще не думали о построении бизнеса. Убрали эту установку, у вас появляются внутренние силы, и когда вы начинаете работать, у вас это получается. То есть проанализируйте сейчас для себя, что вы реально хотите, или какие вещи вам просто понастраивали программы родителей. И таким образом, вот человек, который проработал карму, человек, который освободился от таких энергетических контрактов, он, кто это за человек? То есть у него проявляется духовное пробуждение, первое. У него проявляется прогрессивная тенденция принимать происходящее, нежели постоянно питаться на него влиять, раз. Второе, у него частые приступы улыбчивости, он на позитиве. Два, три, он, в принципе, чувствует сопричастность к природе, к окружающим, он передает, делится этим состоянием. Далее, он огромное, имеет чувство благодарности ко всем и ко всему, потому что он на позитиве, он несет вибрации любви. У него есть тенденция думать и действовать спонтанно, нежели из чувства страха, обусловленного прошлым негативным опытом. Он уже не боится прошлыми жизнями или еще чем-то. Он знает, что он создаст, он Бог, он творец, он ас. Таким образом, у него появляется непоколебимая способность наслаждаться каждым жизненным моментом, и отсюда потеря способности волноваться. Но зачем волноваться, если вы создаете это все, опыт, это все уникально. И потеря, соответственно, интереса к любым конфликтным ситуациям. У каждого своя карма, зачем ее осуждать? И отсюда, конечно же, потеря интереса интерпретации действий слов других людей, в том числе и осуждение их, и осуждение самого себя. Если это все мы прорабатываем, то, естественно, дело, то мы получаем способность любить, это люди Бога ведают, и дарить любовь, не ожидая при этом ничего взамен. То есть это человек, который изначально уже высокодуховно проработан. То есть если мы начинаем с себя, то есть вот самые первые шаги, чтобы сделать хорошую карму. То есть первое, мы берем, задаем себе вопрос, что я нового узнал, что я внедрил в течение этой недели, раз. Что самое важное достижение на этой неделе, два. Где я тормозил, где я тратил впустую и бездействовал, три. Что я делал и что я откладывал, что мне нужно сделать, как мы закрываем вот эти контракты долговые. Далее, какую я цель достигал на следующей неделе планирую достичь. И в принципе, кого я должен поблагодарить. И какое самое главное впечатление на этой неделе было. И что мне мешает двигаться вперед и что нужно убрать и пометить. Какие у меня главные цели в жизни. Есть ли кто-то, кому я могу помочь. Какие возможности есть в моем распоряжении. И что я сделал для поддержания себя в форме отличного здоровья. То есть, чтобы мы карму не нарабатывали негативно. Какие шаги продвинут меня вперед и к целям, и что я могу сделать уже сейчас. Чего я боюсь, какие у меня страхи, и что я могу сделать для их уменьшения. И отсюда мы понимаем, решение какого одного дела продвинет меня максимально вперед. И что мне может помочь, или с кем мне нужно встретиться, чтобы проработать себя или какие-то свои жизненные проблемы. Или какой навык мне нужно открыть для того, чтобы я быстрее научился прорабатывать свои личные кармические задачи или проблемы. Сколько времени я провожу с родными и близкими, чтобы понять родовую карму, отработать ее и продолжать род, чтить род, уважать род. И что из того, что я делаю, тянет меня назад? Что мне нужно убрать, какие вредные привычки? И что из того, что я делаю, абсолютно бесполезно в моей жизни? То есть, когда мы делаем такой простейший аудит по направлениям здоровья, отношения, окружения, призвания, обеспеченность, самосовершенствование, яркой жизни, духовность, так называемое древо жизни, это очень известная техника, ее используют везде и психологи, и эзотерики. То есть, мы берем, анализируем, что у нас было за последних там полгода-год, и что мы хотим сделать. И таким образом, нашими позитивными установками мы начинаем отрабатывать карму, мы притягиваем положительные ситуации в нашей жизни, и которые потом притянут и реализуются. И отсюда, конечно же, мы проходим этот жизненный опыт и освобождаемся от пяти ловушек, которые есть. Есть ловушка эго, которая проявляется эгоизм, надмерность, вера, в мысли убеждения, тщеславие, гордыня, уверенность в своей правоте. Отсюда мы отсоединились, у нас появляется умение спокойно и смиренно учиться и замечать уроки Творца в каждом событии. Следующую ловушку, которая держит нас в нашем колесе перевоплощения, это ловушка похоти, это круговорот желаний, потребностей жить ради там, пяти органов чувств. То есть мы благодарим пространство и все, что есть, что оно дает, и живем потребности без каких-либо привязанностей.
чему-то такому особенному. У нас ловушки привязанности к еде, привычки к действиям, привычки к мобильным телефонам, к словам, к зрению, к слуху и так далее. То есть не надо привязываться, не нужно бояться, потому что то, что мы будем бояться, оно так очень быстро и отнимется. Осознавая, что все дары от пространства, все, что мы хотим, все, что мы излучаем, то и получаем, что сеем, то и пожнем. И ловушки жадности. Не надо быть сильно жадным в еде, к вещам, к деньгам. Накопительство, скупость ни к чему хорошему никогда не приводило. То есть мы занимаемся благотворительностью, только не расточительностью, а благотворительностью. Мы творим и живем ради эволюции, ради духовного развития. Как говорится, в яве проходим, осознавая нафь, уважая и чтя славе, идя в праве. И таким образом мы понимаем, что у нас есть последняя, это ловушка гнева. Когда у нас есть обида, грубость, злость, агрессия, ненависть, ссоры, ну и так далее, там, которая там войны создает, к примеру. Когда мы сохраняем спокой и живем без каких-либо таких осуждений, чего-либо других, то мы будем в гармонии. И это нас уже приведет, это вся положительная энергетика, когда мы отработали карму, как квинтэссенция всего этого дела происходит, мы будем излучать свет в окружающий мир и четко выражать нашу позицию мышления, у нас позитивное мышление будет. Мы способны к синтезу и умение мыслить глобально и принимать другие точки зрения, это самое важное. Умение синтезировать разные духовные, религиозные концепции, у нас будет широта мышления. У нас будет любовь и доброжелательность к людям, умение поддерживать и почувствовать себя и нужным, умение принять боль другого человека и транспортировать ее в соучастие и, в принципе, это проявление сострадания. Это такой человек, который отработал негативную карму, он постоянно чувствует приток творческих идей, новых открытий, новый поиск, обновление в работе, у него всегда будет все интересно. В своем окружении, когда задают вопрос, а что у тебя нового? Я говорю, а что у вас старого, вы знаете, потому что у меня за каждый день целый мир переворачивается. Тогда появляется любовь к красоте, к природе, к миру, к цветам, к растениям, да к всему. То есть вера в себя появляется, огонь в глазах и постоянное ощущение прилива энергии. Ну и внутреннее ощущение Творца в себе и толерантность после общения с таким человеком, другим становится легче и светление. То есть вот это вот происходит свечение на тонком материальном плане, аура расширяется, и мы, как говорится, зажигаем этот мир. Поэтому нужно выходить из зоны комфорта, где происходят, случаются чудеса. Любую вашу жизненную проблему сейчас рассмотрите не под одним углом, а под глобальным. Постарайтесь начать мыслить многомерно, почему у вас те или иные проблемы в жизни появляются. И тогда проанализируйте, создайте карту желаний. Подумайте, начните работать над семьей, над богатством, над славой, над любовью, над детьми, над путешествием, над карьерой, над мудростью. Визуализируйте, нарисуйте на стенке, и это будет вам помогать понимать конечные цели. То есть, если у вас что-то стопорит на этом уровне, вот ту конечную цель, карту желаний, которую вы нарисуете, напишите план действий. План на день, на месяц, на год, на генеральный план, на миссию, на жизнь. Оно вас продвинет. И мало того, если вы каждый день будете притягивать нищету и ограничения через отсутствие благодарности, вы будете порождать, фокусироваться на худшем, пробуждать негативные ожидания, создавать ограниченность действий. И как следствие, понятное дело, ограниченность результатов, которые порождают отсутствие благодарности. То, когда вы нарисовали карту желаний, провели аудит, начали работать над этим всем, вы начинаете притягивать благодарность, которая порождает, в свою очередь, фокусирование на самом лучшем. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть любая плохая ситуация переродится в хорошую рано или поздно. Вы фокусируетесь и порождаете позитивные ожидания, все вокруг позитивно. Вы создаете веру, уверенность, убежденность, что у вас все в жизни хорошо, во всем вы видите позитив. У вас проявляется сильное действие и сильные позитивные результаты. Вокруг вас окружать будут люди, позитивные эмоции, победители, творческие люди, которые реализоваться будут в жизни. Конечно же, вы будете проявлять благодарность. И эта благодать будет на всех уровнях, в отношениях, в воспитании детей, в личной жизни, да на всех уровнях. То есть, с чем мы сейчас должны работать, чтобы отработать карму? Первое. Мы берем, создаем идею, как мы хотим, чтобы в нашей жизни было. Здоровье, личная жизнь, карьера, там, духовность, яркость жизни, общество. То есть, мы представляем идею. На казуальном мире, то есть, в мире без форм, появляется образ, который мы проявляем этот образ и напитываем своим верой, своим желанием. В мире форм он проявляется, и потом он, физический мир,
мир явлений проявляется. То есть мы должны просто в это поверить и принять, что это произойдет. Если мы это примем, тогда у нас появляется как следствие, мы проходим основные, то есть задачи, то есть квинтэссенция нашей жизни и работа в нашем обществе над работой над кармой или вообще в целом должна сводиться к следующему. То есть любую информацию, которую вы сами для себя или опыт, который вы проходите, или ситуацию, которую вы проходите, должна проходить такие ключи, первое. То есть должна быть правда. То есть вы сами для себя не обманываете и поймите, что эта ситуация есть, ее надо решать, или какую-то кармическую задачу. В том числе вы должны доверять себе, пространству, и доверять всему тому, что все в жизни можно решить. Какая бы ни была болезнь, какая бы ни была ситуация. Если вы хотите, у вас есть страсть, вы имеете жизненный запал, то, естественно, это можно решить. И отсюда правда, доверие, страсть порождает молитву. То есть, когда у вас есть правда и доверие, вы просите у пространства, у высших сил, у рода или у богов, у кого хотите, просите у природы. И через медитацию вы получаете ответ из пространства, у вас осознание приходит, там всевозможное. И как следствие у вас в жизни любая информация должна вам быть ясна. То есть если вы что-то не понимаете, не знаете о болезни, не знаете, почему вы ругаетесь с мужем, с женой, сами для себя ясность проявите. То есть это с прошлых отношений или с прошлых жизней тянется, или откуда эта вообще проблема появилась. Когда появляется ясность, она происходит через что? Конечно же, через общение. То есть вы взаимодействуете с пространством, и тогда появляется понятие вот ясности общения, такой модный термин, мастер-майнинг. То есть это коллективное общение, когда сели вдвоем или множество людей, сели и начали обсуждать, а почему у нас такая проблема произошла? Когда вы коллективно садитесь и начинаете думать над какой-то одной проблемой, быстрее придумываются всевозможные варианты. Возможно, у вас сознания не хватает увидеть всю картинку, но другое мнение под углом, оно будет видно. И отсюда появляется завершенность. Любые слова, действия нужно завершать, потому что у вас не будет энергии для чего-то нового. И когда у вас будет общение и завершенность, когда вы будете через пространство с людьми общаться, вы будете завершать, реализовывать все свои поставленные цели, планы, то вы будете программировать свой мир, программировать свою реальность, и все будет происходить автоматически. То есть, как говорится, вы будете находиться в состоянии бытия, а не делания. И отсюда любая карма отработается. То есть вы создадите обстоятельства, при которых у вас есть в жизни правда, доверие, страсть. И это приведет вас к отработке к любой карме. А вот сейчас, особенно после квантового перехода, говорится, уже с 2012 года, да и ранее начали появляться детки Индиго, которые звездные дети, у них карма нулевая уже. Они свою карму, не надо им отрабатывать, они пришли отработать карму рода, помочь всем вытянуть из этой долговых обязательств, которые мы создали из жизни в жизнь. Мы уже столько кармы негативной, ненависти, злости на друг друга, переживаний и на правительство, и на народ, на всех, кого только не лень, и на народы или народности, и что мы уже даже позабыли основную суть развития нас, эволюции творцов, бога-человеков, и там идти, к примеру, к тому же бессмертию. То есть мы уже настолько сильно понасоздавали кармических долгов, что это уже мы забыли о самой главной ценности жизни. Вот это и есть тот основной месседж, который основной посыл, который я хотел донести. То есть карма-коррекция заключается в том, что вы должны преобразовать, освободиться, почтить законы космические и проработать свою родовую карму индивидуальную, личную, с прошлой жизни, кто вспомнит, кто не вспомнит, но по максимуму хотя бы постараться. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы наработаем положительные кармы. А если мы наработаем положительные кармы, своим примером поможем отработать карму родным, близким, своим окружению, ну и построить бизнесы с хорошей кармой, общество с хорошей кармой, ну и так далее, в котором все будет получаться. И мало того, и род будет помогать, и энергии будет, и самое главное, желание жить и находиться в этом обществе, в пространстве и работе. Вот это то, что я хотел донести. Давайте вопросы. Хорошо. Молодец, что хотел и донес. Итак, включаю отбивочку, и после этого переходим к вопросам, которые у нас в чате Народнославянского радио появились. Вы слушаете Народное славянское радио.
Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 18 апреля 2017 года вторник, по одному из старинных, седьмой день месяца посева и наречения, 7525 лета пятница, карма, коррекция или как создать хорошую карму, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Александр Жарков. И мы переходим к вопросам и репликам, которые по теме эфира поступили в чате Народного славянского радио и нашем канале Ютуба. Реплика эфира Тианы. Здравия Александру. Карма – это ведическое понятие, хоть оно и от нас, но в славянских преданиях сохранилось понятие рока. Пожалуй, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда нужно сделать судьбоносный выбор, и чаще всего происходит в юности, от 20 до 28 лет. И после уже матёром возрасте 40 лет число 40 является явно связано с сроком жизни. Слышите ракочущий голос этих слов. И в самом деле существует книга, где все про всех на роду написано. Это вопрос такой. В самом деле существует такая книга. И что-то поправить и уже изменить никак нельзя. И после ты ощущаешь дыхание рока. Религии и многие учения формируют страхи перед неизвестным, грядущим, и все время толкают изменить свой рок. И нахлеставшись мордой облавку, интересный, да, поворот, разводим руками, согласившись, ну, мол, такая моя участь, ничего не попишешь, рокот, голос рока, и тут стирается пыль времен, с самого слова речь вспоминаем Ярославу Путевли, кое ракочет, говорит голосом рока, которая выступает берегине своего милого Лады. Думаю, Алексей, ты поймешь, что я хочу сказать так тебе, как сказителю, так и нашим слушателям. О себе же скажу, у меня не страха перед роком, и в любой судьбоносной ситуации я лишь с улыбкой на устах говорю, повинуюсь року. Вот такая длинная реплика, что скажешь? Ну да, реплика хорошая, благодарю. Действительно так и есть. В начале от рождения мы проходим уроки, мы приближаемся к единому року. И в нумерологии сказано, то есть, когда мы приходим в эту жизнь, мы изначально программируем свою жизнь. И на тонком плане есть полностью наши все возможные выборы, как мы выбираем родителей, потом притягиваем опыт, судьбу. И астрологически, нумерологически это рассчитывалось, и в ведических традициях это было известно. То есть ребенок, он принимал, он приходил, или представитель рода приходил, он с определенными задачами. То есть мы это программируем, но мы не программируем жестко, мы программируем, отсюда у нас появляется судьба, она делится на будущее. А будущее делится на доли и недоли. То есть доли – это те коэффициенты, которые мы проходим опыта положительного. И если мы отделяемся от нашей главной судьбы, от нашей доли, отсюда появляется слово «недоля». То есть, и когда мы идем неправильно, не по своей судьбе, и не выполняем рок, тот, который приближает нас к Творцу Всевышнему, или так называемый «золотой путь» еще он называется, то у нас включается инстинкт самосохранения, включается апатия, депрессия, болезнь. Мы болеем, думаем, что что-то мы делаем не так, мы не выполняем рок, мы не выполняем свою миссию, и приближаемся выше, 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 выше. И рано или поздно либо мы выходим с этого состояния, исцеляемся и понимаем, либо мы не выходим и на круг перевоплощения идем. Поэтому судьбу можно менять, но в рамках, или, кстати, можно дополнительные даже договора, контракты брать, дополнительные роковые ситуации, все зависит от вашего потенциала. Если у вас потенциала хватает, то вы можете за эту жизнь отработать много чего. А если не хватает, то еще и наработать негатива себе. Поэтому рок, он есть, он существует, но он не настолько жесткий и заданный, от которого нужно бояться. Нужно понять, что вы его сами определили себе. И просто нужно, чем быстрее мы работаем над собой, над своими способностями, и не 5% мозга используем, а 100%, тогда, ну, если мы дойдем до таких уровней, то если и рок будем знать, и понимать, и опыты. Но хочу как наставление порекомендовать начать заняться астрологией, нумерологией, хиромантией, ну и погрузиться в вопрос изучения самих себя. А потом, ну и те же квадраты Пифагора. А там, я думаю, вы получите ответ на свои вопросы. Дальше вопрос эфира от Владимира Змытич. Здравия, Александр. Теория кармы сама по себе слишком хороша, чтобы быть правдой. Теория кармы обеспечивает практически неиссякаемый поток денег из карманов как бы кармически больных людей и в бумажнике карма врачей. Александр, как думаешь, какую долю прибыли формирует теория кармы в бюджете кармолечителей? 70
80%. Кстати, ты к кармолечителям себя не относишь? Таким словом, я... А то как-то из кармана я так это надо подать что-то. Нет, во-первых, нужно понять, что человек несет ответственность, допустим, если мы говорим уже о карме, к примеру, там, того же бизнеса, если руководитель предприятия, он несет 1/6 кармы всех подчиненных в его предприятии. Если кто-то там не деградирует, то он просто несет негативную карму. Если кармолечитель, кармовращитель, шарлатан, то он несет ответственность, и потом он может деградировать очень-очень сильно, или душу потерять, или сумасшедшим стать. Поэтому вопрос по поводу 70, 80 или 1% – это слишком субъективный вопрос, потому что нужно понимать от каждой ситуации, и каждый, уважая себя, уважая других, будь ответить за свои поступки, поступай по совести и живи в благости. Потому что если ты живешь не по совести, тут можно мерить ситуацию каждую по мере сложности этой ситуации. Если человек сказал, что он карму исправил, он не исправил, человек не прошел урок, потом пошел и угробил свое здоровье, а это в связи с этим и поколение, и род, и потом пострадало очень много людей, то, конечно же, этот целитель потом будет нести очень серьезную кармическую ответственность. А если, это вот такой очень объемный вопрос, и нельзя сказать там 70% или 71% или 71,5%. Но самый важный момент, нужно понять, что нельзя этим злорадствовать, нужно просто понимать, что все по закону подобия и по закону притяжения притягивается. Если человек или пришел уже к кармолечителю, целителю, или как там как написано, врачителю, то для чего-то это нужно. Или как минимум, он встречался с этим человеком с прошлой жизни для того, чтобы ему помочь. Понятно. Так называемый бумеранг. Да. Поехали дальше. Вопрос эфир от подсолнуха. Всем здравия. А безопасно ли прощать всех и у всех просить прощения? Это классный вопрос. Вопрос ровно настолько безопасно, что трудность какая-то, истина. Вот мы почему находимся в карме и перевоплощаемся? До тех пор, пока мы имеем контракт с одним с другим между жизнями, оно тянется. Но вот наши предки, они знали, и большинство вообще даже не хотело оказывать там помощь, потому что они понимали, что создают негативный энергетический долг. Тот человек, который возвысился над этим всем, он говорит: кто мне должен, я всех прощаю. Мне столько много энергии любви, что мне нечего. Я возвышаюсь выше, это более высокая энергия. Даже если мы возьмем по частоте вибрации мысли, энергия прощения, энергия любви имеет очень высокие вибрации, при которых бактерии, микробы умирают, и осознание раскрывается. Поэтому безопасно ли? Однозначно безопасно. Но разве что если вы, конечно, не боитесь стать просветленным. Хорошее уточнение. Угу. Вопрос эфира подсолнуха. А разве можно избавиться от кармы, то есть причинно-следственной связи, то есть, по сути, ответственности? И если да, то зачем это нужно? Я вот об этом рассказывал. Как говорится, просто без причинно-следственной связи полностью нельзя. То есть надо еще не просто от кармы самой ситуации, а еще и всех последствий. Вы понимаете, к примеру, там, допустим, кто-то кого-то убил. А потом еще, это не просто человека нету, а уже и там семья страдает, и должны были произойти какие-то ситуации, которых не произошло. И человек несет энергетическую ответственность, он должен не просто там родить ребенка, он должен еще постараться воссоздать все те вещи, которые тот человек должен был реализовать. Иначе он просто деградирует, и потом в следующих жизнях будет помогать ему там, в виде там, служащего или еще чего-то, или в других похожих ситуациях это реализовывать. Поэтому зачем это нужно делать? Для того, чтобы эволюционировать, для того, чтобы, во-первых, создать комфорт для себя и для своих родных и близких условия жизни. А если вы не отработаете свою личную карму или родовую, то ваши дети и внуки будут это делать. Поэтому это, как говорится, жизненная необходимость. Угу. Обратите внимание, я сегодня ничего не добавляю, поскольку время у нас сжато. Так бы я, конечно, еще свои мысли подбрасывал в топку, но время у нас ограничено, поэтому я молчу, просто зачитываю вопросы. Вопрос эфир от Юлии. Очень интересный вопрос, Саша, слушай. Здравия, Александр, скажите, пожалуйста, если свекровь имеет одержимость, иногда проклинает и делает нечистые делишки, как своих детей можно обезопасить от ее кармического влияния? Ведь они не виноваты.
виноваты, что их бабушка сумасшедшая. Влияние на нашу семью имеет колоссальное. До сих пор не может отпустить сына. Лезет уже не так часто, но ее слово и супруг ей покорен. Даже когда воочию случаются у нее приступы, в кавычках, сын ее, мой супруг, говорит, что ничего не было, а сам в эти моменты прячется. Как мне поступать, если разговоры не помогают? Тут нужны конкретные действия. Спасибо. Вот такой интересный вопрос. Глубинный вопрос. Проблема этой многие понимают, тревожатся. Ну, тут единственное решение отпустить эту ситуацию и вообще переехать от нее и посылать каждый день молиться, очищать, снимать последствия, потому что одержимость и все сути, которые присутствуют в ней, ну, без ее согласия нельзя там чистить или делать какие-то энергетические действия. Нужно просто любить, посылать ей любовь и переехать. А когда человек будет сама жить, она, я думаю, сама со стенами, даже если будет разговаривать, то она не будет посылать на вас конкретно, оно все будет ей же зеркалиться. Ну, вы или просто мысленно золотую божественную восьмерку между вами и ей поставьте, и она будет трансформировать любовь. То есть эти все контракты, ее слова и ее глупости будут, ну, аннигилироваться в пространстве, то есть расщепляться. Но если вы будете жить на одной территории, то это будет постоянно повторяться. То есть пространство вам показывает, что вы уже должны вырасти и, ну, переехать на свое жилье. Решить не создавать, не провоцировать. Но если вы хотите бабушке помочь, вы ей можете проведывать, можете сиделку, няньку нанять. Но это не обязано, вы терпеть и иметь вот это вот то, что есть. Что-то мне подсказывает, что они живут на разных территориях, и мама приходит в гости или... детей к бабушке привозят иногда. Ну, тут как бы это очень такая глубинная ситуация. Нужно просто изначально разобраться, кто это в ней говорит. Это ее мама, это мама говорит, или это в ней генетическая программа ее бабушки и ненависть. Просто она говорит: бабуль, ты остановись, а что ты так на нас наговариваешь? Может быть, есть какая-то причина глубже, которую мы не понимаем? Сесть, разобраться, поговорить и постараться понять. Если человек уже не готов понимать, то нужно максимально... либо отдалиться от этих вопросов. Ну, потому что оно ни к чему конструктивному не приведет. Понятно. Давай так сделаем. Да. Вопрос очень серьезный, поэтому, не зная некоторых мелочей, что-либо вот так в открытую в эфир советовать невозможно. Но единственное, на мой взгляд, что я услышал от тебя очень верно, это относиться с пониманием и с любовью в любом случае, и ситуации дать возможность развиваться без тебя, то есть отпустить ее в любом случае, а не противоставлять себя как стенка, в которую она говорит. То есть дать возможность бабушке найти другую стенку, и с ней общаться, а себя сделать несколько прозрачней, что ли, для этих всех нападок и пропустить. А когда ты мама, и ты берегиня и семьи, и мужа, и своих детей, то в этом случае та же самая ситуация будет и по отношению к ним также осуществляться. Наверное, так. Ну, универсальный такой совет, а дальше уже за тонкостями надо более точно общаться. Реплика в эфир от Тианы. Получается, человек приходит на Землю с определенным набором задач и уроков, которые он должен выучить. Попутно к этому набору тренингов он накручивает кармические проблемы, успешно преодолевая которые, получает дополнительный бонус. По сути, распутал клубок, получил от высших сил подарок, плюшку. А если изменить имя, фамилию или дату рождения, то есть гороскоп можно изменить и судьбу. А как быть с теми уроками, которые были ранее? Ведь не аннулируются они, ведь ничего не берется из ничего и не исчезает бесследно. Ну вот насчет фамилии, имя, даже может быть отчество, это изменить как-то можно, хотя отчество тут меня не меня, все равно ты в отечестве останешься. А вот дату рождения написать, конечно, тоже можно, но дата рождения у тебя останется та же, что и была. Ну попробуй ответить на этот вопрос. Ну это очень многомерный вопрос. Программы действительно жизненные и индивидуальные сценарии, родовые, генетические, которые кровь течет у вас, она будет на вас влиять, но косвенно. То есть частично это как вот жена входит в род мужа, и она имеет уже родовые программы двух родов. И поэтому вы частично меняете, но у вас есть еще индивидуальная ваша карма, которую вы должны пройти, и те уроки, которые вы должны пройти. Но образ, шаблон вашего имени, фамилии, даты рождения однозначно будет менять и планеты, которые на вас влияют и запитывают ваши энергетические чакры, будут однозначно по-другому. Поэтому судьба и уроки поменяются, но они не изменятся вообще. То есть одни уроки вы меняете на другие уроки. Вы же все равно будете иметь имя, фамилию и дату рождения.
Просто рано или поздно вы прошли один опыт, а может, вы хотите к нему вернуться позже. Вот такой ответ. Хороший ответ. Дополнение свое не буду вставлять, времени мало. Вопрос эфир от Владимира Змитич. Мой покойный кот, по моим подсчетам, за свою жизнь сожрал вагон рыбы. Скорее всего, от этого и сдох в возрасте 17 лет. Это у него была карма такая, вагон рыбы скушать. У животных вообще бывает карма? Если у животных есть карма, как они ее лечат? Ответ простой, короткий. Кармы у животных нет. Потому что нет ментального тела. Нет ментального тела. Ментальное тело есть только у слонов и у дельфинов, лошадей. Но все равно там не проходит такой закон кармы. Более глубинный вопрос. Поэтому нету кармы у животных. Ну, скажем так, у них она есть, но с точки зрения человека это ничтожно. Они карму решают очень просто, потому что они, как правило, не нарушают жизненных законов. А вот человек из-за своей умности очень часто жизненный закон нарушает. Извини, что вмешиваюсь, но просто не удержался. Да, понимаю. Вопрос в эфир от Вероники, город Краснодар. Как изменяется карма и как очистить карму, если близкий родственник закончил жизнь суицидом? Ну, уже говорил, молитвы, только молитвы, медитации, прошения, аскезы, требы каждый день птицам, животным, там, на капище, всевозможное. Таким образом сможете отмолить, дать ему энергии положительные, живые практики делать, и даст результат. Вот ответ. Угу. Вопрос в эфир от Татьяны из Латвии. Здравия, Александр и Алексей. Нужно ли очищать рот? И как вы оцените такую очистку рода? За каждого предка до 7 колен рода каждый день ставить свечку с мыслями о том, что это очищает душу предка. При горении свечи вы наблюдаете за пламенем. И если свеча горит неспокойно или коптит, то ставьте свечу еще раз на следующий день. Благодарю за ответ. Да, это практика парастас называется. Это нужно делать. Можно дополнительную молитву. Можно еще древние предки выкатывали яйцом на родовом древе. Можете такое делать. Но без техники безопасности, без определенных знаний, нужно подготовиться, попросить и в определенные дни желательно это делать, лунные циклы и фазы, тогда это будет эффективнее. Но это тоже очень многомерный, объемный ответ, но это нужно делать. Нужно делать, ставить свечу за родственника, это благостно. Да, согласен, что это лишним не будет. Вопрос эфира. Татьяна из Латвии. А можем ли мы вообще очистить родовую карму? Благодарю за ответ. Очень правильный, глубинный вопрос. Можем очистить, но она потом обновляется, потому что куча народу и предков, однофамильцев сейчас делают одновременно какие-то глупости. Поэтому мы отрабатываем, и они еще могут заново новую наработать. Мы отрабатываем, может, какую-то древнюю глубинную, а нынешние текущие, предки, мы же не можем отвечать за глупости, которые делают наши предки. Поэтому под ноль, это пока еще тяжело, но мы к этому все идем. Угу. Реплика в эфир от Тианы. В дополнение к сказанному о вреде расточительности хотелось бы привести некоторые тоже данные. 25% трать на непредвиденные обстоятельства, черный день. 10% отдай нуждающимся, 15% потрать на себя. Именно по такой системе жили правители Древней Индии. Как по мне, очень мудрое распределение финансов. Ну, без комментариев. Миколаевич из Страховки. Вопрос эфир. Можно молитвой взять ответственность за свою жизнь на себя при помощи установки кармической? Как кидать требу? Не нужно быть жадным к еде, то есть обжорствовать. Что делать с вином? Вино не пить, обжорство не делать, а требы кидать от чистого сердца с любовью и с обращением конкретным там. Или на капищах, или просто животным, или птицам. Установки кармические, конечно, можно, вы делаете установки. Я этой молитвой начинаю отрабатывать или молиться за род 40 дней. Или я начинаю сжигать родовую карму. Ну, то есть вот таким вот образом. Угу. Поехали дальше. Вопрос эфира Дженни Макаровой. А карма у серых, к примеру, тех же евреев, также работает, как у нас русов, или им все же можно, особенно воровать у русов? Карма у всех по одинаковому, потому что монадический опыт архитектора, который диктуется нам свыше, у всех одинаковый. Строение, структура энергии одинаково. Просто там, куда они дальше идут, и все об этом забывают, потому что можно как подняться вверх, так подняться вниз и эволюционировать. Но это уже вопрос тоже глубинный. Угу. Вопрос эфира от Виталия из Эстонии. А карма и совесть связаны или не связаны?
конечно, связано, я об этом говорил. Если мы поступаем по совести, то мы не нарабатываем, мы создаем положительную карму. Угу. Вова, мир, вопрос в эфир. Не кажется ли сказителю, что в его донесении, в кавычках, слишком много деталей шелухи? По моему мнению, простой метод самоисследования, в кавычках, который был описан Раманой Махараджи, гораздо действеннее. Ну, есть такое выражение: не суди, не будь судимым, не создавай негативную карму суждения. Поэтому самый простой метод, чтобы шелуху не создавать, нужно просто быть любовью и нести свет и любовь. Если этот метод описан Раманой Махараджи, то значит это так. Если нет, я не буду ни комментировать по поводу этого. Понятно. Еще принимаю 3 вопроса и mm-hmm. на этом заканчиваем. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Карму надо делать? А мы ее делаем уже сейчас. Или карму надо делать? Мы ее уже делаем сейчас. Мы ее взаимодействуем, помогаем, обмениваемся, поэтому без нее никак. То есть это как причинно-следственный процесс. Даже если об этом не знаешь, то все равно ее делаешь. Okay. Елена 777, вопрос эфир. Здравствуйте. А мы отвечаем за карму своих братьев? Спасибо. Ну, во-первых, каждый отвечает за себя индивидуально, а мы проходим и в родовую программу оно вкладывается. То есть мы отвечаем за первый круг. То есть вначале идем родных и близких, а потом уже, если брать, он несет сам за себя ответственность. Потом, если он уже не прошел эту ответственность, то, естественно, оно ложится на род. Его глупости, которые он может наделать в жизни, оно, конечно, может повлиять и на материальный достаток рода. Вот так. Вот так. Ну что ж, больше вопросов я не вижу. Поэтому давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Давайте. В заключение от себя что-то вечное, доброе по теме. О, давай про карму еще разок, только коротко. Ну, я еще раз говорю, самое важное – несите благодарность, фокусируйтесь на лучшем. Всегда работайте с позитивными ожиданиями в любой тяжелой жизненной ситуации. Имейте веру и убежденность в том, что вы отработаете любую тяжелую ситуацию, и после тьмы всегда наступает свет. И конец, как говорится, знаете, конец тьмы закончится для светлых личностей, и конец света наступит для темных. Поэтому сильные позитивные результаты, естественно, всегда порождают благодарность. Поэтому я благодарю всех и каждого за замечательное время, уделенное здесь. И я искренне надеюсь на то, что все мы отработаем и наработаем хорошую карму за эту жизнь. И пойдем дальше, эволюционируем и осознаем себя максимально, столько, сколько это возможно. Хорошо, Александр, благодарю тебя за столь интересный эфир, за столь интересное повествование, также наших радиослушателей благодарю. Молодцы, хорошие вопросы задали, не было никакой воды, ничего лишнего. Тебя отпускаю на благие дела, твори их во благо родов, счастливой тебе поездки, добрых тебе дел. Вот. А нашим радиослушателям себя хочу сказать в заключение. На мой взгляд, карма убирается на раз, если человек встает на путь божественного совершенствования, служения божественному провидению, божественной воле. Вот если так, то тогда все будет идти в этой жизни и в следующих так, как оно должно быть. Если вы противитесь божественному, то в этом случае вы становитесь на демонический путь. Демонический путь обязательно – это карма, которая будет вам вредить в следующих жизнях. Хотя в этой жизни некоторые, как им кажется, добиваются какого-то определенного успеха. Но вот куда она приводит в конечном итоге, наверное, об этом я говорить не буду. Почитайте классиков, очень много чего интересного написано, какие там варианты сотрудничества с дьяволами, с прочими представителями, товарищами темного мира и так далее и тому подобное. А на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 18 апреля 2017 года, вторник, по одному из старинных 7-й день месяца посева и наречения 7525 лета, пятница. Мы говорили с Александром Жарковым про карму-коррекцию или как создать хорошую карму. Низкий поклон ему за столь интересное повествование. Низкий поклон вам, друзья мои, так держать. Эфир получается с вашим участием очень насыщенными и интересными. Я прощаюсь с вами. Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио. С вами был Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Услышимся
и увидимся. Всем добра, быть добру. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.